Обновленные вагоны с удобными сиденьями, с местами для людей с ограниченными возможностями здоровья и всевозможными приспособлениями, обеспечивающими безопасность пассажиров. Именно так выглядит очередной капитально отремонтированный состав, который сегодня вышел в свой первый рейс. Благодаря совместной работе с Министерством транспорта проводим капитальный ремонт подвижного состава. Вот очередной новый капитально отремонтированный четырехвагонный поезд. Вы можете прекрасно посмотреть и видеть, что он уже оборудован всеми необходимыми современными системами безопасности. При ремонте особое внимание уделялось обеспечению безопасности пассажиров. Обновленные вагоны оборудованы межвагонными предохранительными устройствами, которые препятствуют попаданию людей в межвагонное пространство, автоматической системой пожаротушения, кнопками связи с машинистом, камерами видеонаблюдения и защитой от так называемых зацеперов. Напомним, минувшим летом для производства капитального ремонта подвижной состав был направлен в Санкт-Петербург, где специалистами завода метро «Вагонмаш» выполнены все необходимые работы. В октябре после полного обновления 5 вагонов были доставлены в региональную столицу. Если в целом говорить с начала реализации государственной программы развития транспортного комплекса Самарской области, то в рамках этой программы мы на данном промежутке времени отремонтировали 22 вагона, 4 вагона было приобретено нового электроподвижного состава. Но капитально отремонтированные вагоны после капитального ремонта, они существенно отличаются от тех вагонов до капитального ремонта. Не забыли об установке новых металлодетекторов и эндроскопов на станциях. При поддержке регионального министерства транспорта было закуплено в том числе 8 рентгенно-телевизионных установок, позволяющих осматривать ручную кладь и багаж. Сегодня первый вице-мэр смог лично отправить обновленный состав в его первый рейс. Всегда перед Новым годом люди ждут каких-то подарков, да? Ну, вот один из подарков – это капитально отремонтированные вагоны метро. И на сегодняшний день мы можем с уверенностью говорить о том, что из 11 поездов у нас 5 капитально отремонтированных и один новый, то есть 60%. Работы по обновлению подвижного состава Самарского метрополитена будут продолжены. В 2023 году планируется капитально отремонтировать еще 10 вагонов, войдя таким образом в межремонтный цикл. Александр Гусева, Сергей Баскин. События.